Храм донаторов – уникальное место в окрестностях Эски-Кермен. Туристы и паломники сюда стремятся многие. Но, к сожалению, в последнее время сюда попасть проблематично. Несмотря на то, что достопримечательность находится в заповедной зоне. И по закону людям сюда вход не воспрещен. Храм в пещере. Об этом объекте слышали многие. Многие хотели сюда попасть. Но, как оказалось, посетить памятник истории очень сложно, а иногда невозможно. Единственная дорога, по которой автомобилем можно добраться до храма донаторов, лежит через частную территорию. Наша съемочная группа наткнулась на закрытые ворота. Решили любезно попросить нас пропустить, но на месте оказался только пастух. Без ведома хозяина открыть нам категорически отказался, но раскрыл секрет, как это возможно, если владелец на месте. Люди приезжают, туристы.